Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Darksiders. Сейчас у нас намечается битва с последним боссом, точнее, четвертым стражем цитадели. Блин, что-то я не понял вообще. Ну ладно. Думаю, логово Селиты находится за этой липкой преградой. Вперед! Так, полное здоровье у нас. Ну что? Всадник! Твой визит — честь для меня! Ну, а тебе ходит столько историй! Ты убил троих приближенных, собрал их сердца. Это пугает. Ты за этим здесь, чтобы убить последнего из стражей башни, чтобы забрать мое сердце. А Самаэль рассказал тебе, откуда в наших венах его черная кровь, почему его проклятая сила распирает наши сердца. Приближенные не защищают башню Всадник. Наша задача — помешать возвращению Самаэля. Помешать любой ценой. Лапша, короче. Можешь убить меня и вернуться к Самаэлю с моим сердцем. Но в его лице ты обретешь худшего врага, чем все приближенные вместе. Я пришел сюда не за советом, паучиха. И не за историями. Мои дети будут танцевать под музыку твоей агонии. Айс не найс. Только дурак поверит Самаэлю. Вот, блин, жопа толстая. Только дурак поверит Самаэлю. Зацепил, зараза. Не сопротивляйся, и не будет больно. Зараза, да? Шканчик переросток, блин. Не дергайся, малыш. Начинается. Танцы с куклами. Да, но не настолько же близко. Не сопротивляйся, и не будет больно. Ты не получишь мое сердце. Что это за... себе. Не надо что сделать. О, привет. Ну-ка, отцепилась. Опа, хопа. Опачки. Опа.
Вскрытие грудной клетки показало, что пациент умер от вскрытия грудной клетки. Так, сердце приближенного. Ну, еще одного получили. Самоэль ждет последнее сердце. Думаешь, он оставит тебя в живых и выполнит данное обещание? Так, и чё? А, вспомнил. Я так понял, подняться наверх. Активировать только его можно у нас. Так, как у нас там быстрое включение? Что-то я забыл уже. А, то есть единожды активация. Ну и ладно, хорошо. Так, у нас... Цыпа-цыпа-цыпочечка. Сундучок. Чего, больше здесь ничего нету? А, вон еще артефакт. Солдат. Сколько вообще хоть собрал ты их? Чемпион один. В центральной ни одного. Еще раз, два, три, четыре. Четыре таких. Пять таких, один такой. Ладно. Растворился уже. Так, пойдем к Самоэлю. Отстегнем сердечко. И моя любимая пони. Няшка. Няшка.
это было. Куда идем мы с Виточком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. Нет, нет, то нет. Ну, Вульгрим здесь где-то. Недуг до четвертого можно качнуть. Моя мудрость равна твоей силе. На 400 вообще ничего не осталось. Ну ладно. Так, мне нужны кротовые, точнее змеиные норы. Вот сюда получается. Если не ошибся, конечно. Да. Прям по адресу. Так. Ну иди, иди. И это все? Ну на, добавка. Бесплатно. Этого достаточно. Ну чё, Самуэльчик? Ты мальчик или девочка? Я уже начал подозревать, что ты не выполнишь свою часть сделки. Отдай сердце мне. Ты солгал мне про приближенных. Они не думали охранять башню. И что с того? Моя древняя история к нашей сделке отношения не имеет. Я обещал тебе башню. Ты ее получишь. Не давать мне то, что мое по праву. Вернув свою силу, я подобен самому Богу. Я мог бы выпить мозг из твоих костей быстрее, чем ты сделал бы один вдох. Я мог бы. Но у меня есть деловые принципы, которым я следую. Кстати, можешь не рассказывать мне о равновесии и законе. Желание отомстить... Я ни с чем не спутаю. Нельзя не уважать его. Что до обстоятельств моей отставки. Скажем так, мне не нравится свита, которой окружил себя мой господин. Почему ты бросил вызов разрушителю, Самаэль? Пройди свой путь до конца, всадник, и ты обязательно это поймешь. Ты сейчас доверяешь посмотрим. Ему? Самаэлю? Кто знает, в какой круг ада ведет этот портал? Мы еще встретимся. Что-то какое-то рассогласование идет звука с видео.
Чё-то как-то запутано. У этого змеиные норы, у этого свои порталы. Черный трон. Опа, это хорошо, что я не притормозил. Это меня сейчас бы сварило. О, а чё, еще один босс, что ли? Азраил. О, небеса. Седьмая печать не была сломана. Есть ли у тебя причина бояться меня, ангел смерти? Если не собираешься убивать меня, может, ты поможешь мне? Скажи, зачем мне делать то либо другое? Послушай меня. Необходимо закрыть врата. Необходимо отрезать башню от источника. И именно из источника душ разрушитель черпает свою силу. Источника душ? Да. Миллионы душ, провощенные, истерзанные. Они и та сила, что питает войска разрушителя. Ты страж загробного мира, смотритель источника душ. Ни одна душа не сможет вернуться в наш мир без твоего ведома. Если только ты сам не откроешь ей путь. Разрушитель выставил против меня сильнейшего из приближенных. Я преуспел не более, чем ты, всадник, сражаясь со Страгой. Страга, ты отведешь меня к нему? Да, обещаю. Говори, что я должен сделать. Чё за Страга, хрен знает. Ангела смерти. Пожалуйста, найди способ перенаправить силу в этот зал. Ну ладно, пойдем. Посмотрим. Побалакаем. Так, это у нас... Что у нас здесь? Стенка. Ничего, куда? Угу. Так, нам получается надо туда. Так, и что нам надо?
тут открывает. Что теперь дальше? Чинно. Здесь порталы. Я, наверное, не допрыгнул. Не хочу проверять. Что-то я как-то далеко прошелся. Так, ладно. Блин, чё он отпускает-то её?
Как тут забираться? Ну-ка, если вот так вот. Ну, правильно. Очки. Вечеринка. У Децла дома. Ай, чё за... Да хрен ты у меня встанешь. Я тебя буду пилить и пилить, как жена мужа. Чё там отвалилось? Вся кирпашка. We'll be right back.
мы, как говорится. Сундучки, сундучки. Что-то мне попахивает. Ладно, возьмем. Душки. Еще здоровье не оставлю пока. Опять. Какой-нибудь, наверное, опять босс. Или мини-хрень. Это что за... Небритые голубки. Здесь уже совсем, ребята. Я смотрю. Уже интереснее. Интереснее? Ну, это же покажу, как интересно. Была еще геонтия, как устроили. Что, все, что ли? Или еще будет? Опять эта хрень. Очередь, мужики. Да, мы первые. Ты чё ожидал? Свою жалу на вас не будут. И стряхнул. С конца. Что-то новое дает, побрякушку какую-то. Опять все на одну руку. Мать моя, тратил. Ищи сквозь пустоту мистический артефакт, задающий порталы, позволяющий перемещаться между двумя точками. Угу. Просто шикарно. Так, посмотрим, что здесь есть. Так, мы оттуда пришли, нам хрен что дадут. Ну ладно. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Силовые порталы, нажмите. Силовые порталы. Что не войны. А что это даст?
понята. Ходите в гости, мы погреем ваши кости. Залетай, малыш. Ух ты. Ну-ка. Опасные мостики. Как обычно, нам здесь все рады. Так, это у нас двоечка. А, значит, нужно ускорение.
они ремедийство хоть имеют? Забывать нужно. Шифтом левым. Это думаю. Чё-то чую, пахнет. Как себя убивать? Себя он крутит. Что ли? Ох ты, убивание.
своей же кувалды по челюсти. И крушить. Активировали. Гась, он прожигает. Так, это там первый, значит. Так и пикаешь, что ли, каждый раз? А, там же как бы зарядил, получается. Я думаю, нужно луч перенаправлять каждый раз. Хорошо, хоть это оставим. Так, куда мне нужно его направить? И опять. Да ты с подругой? С этим я не хочу так бодаться, иначе меня завалит. Вот демоническая форма, это, конечно, жесть. Ота!
Смирись с миром. Пипец. Так, ну ладно, я думаю, мы на этом закончим. Всем спасибо за внимание, оставляем свои комментарии, ставим лайки, подписываемся. Ждем дальнейшего продолжения прохождения игры. Всем спасибо и удачи. Всем пока.